С вами Андрей. У нас прохождение боевого мага. У нас, собственно, 23 уровень. В данный момент мы стоим у беса, это и торговец. У нас получается вот такие вот навыки в данный момент. Вот такой вот инвентарь. Зачарование амфибия. Артефакт чаша, солнечные часы, чаша и, собственно, рог. Также у нас присутствуют ботинки на скорость, ну и, собственно, алхимик. Это кольцо живучести. Вот. В этом выпуске хотелось бы улучшить анг в идеале. Для этого нам нужно будет использовать и у колодца, то есть примерно с перехода на 6 на 7 уровень примерно 152 единицы урона, по крайней мере так Википедия пишет. Поэтому давайте попробуем. Мы получили немного щита, давайте уколемся. Нас немного ударило. А следующий переход с 7 на 8 уровень, это будет у нас примерно около 200 хп, то есть это 197, если быть точным. Но мы пока не готовы. Поэтому просто в идеале купить у него анг, но мы еще текущий не загрейдили, поэтому для нас он, в принципе, не актуален будет. Вот. А собственно, ужас, опознание, карта. Рассеивание. Рассеивание неплохо. Давайте посмотрим, вообще, какие у нас есть свитки. Нам нужно в идеале рассеивание у него взять. Ужас тоже был бы неплох. У нас, собственно, искажение, телепортация, телекинетический захват — это притягивание предметов. Трансмутация — это продажа. И магическая смола — это грейд палочек. Это у нас жидкий металл, который используется для, ну, получается из расплавления метательных дротиков. Ну, метательного оружия имеется в виду. Вот. Также у нас присутствует вода. Ладно, давайте восстановим немножко здоровье и вперед. Посмотрим, что нас ждет. Открываем карту для того, чтобы видеть просто, что тут у нас происходит. Сразу рядом с нами присутствует рассадник демонов. Давайте его уничтожим. Вы видите, у нас точность оставляет желать лучшего, поэтому нам в этом вопросе не очень нужно. Прожигаем, собственно, рассадник демонов для того, чтобы мы, собственно, уничтожили его. Для того, чтобы на финальной стадии босса у нас не было вот этих вот мобиков. У нас присутствует, собственно, деревянная баррикада, чтобы ее уничтожить. Вот она у нас. Чтобы ее уничтожить, стоит использовать либо палочку, ну, получается, палочку дезинтеграции, палочку огня. Также можно использовать бомбы, обычные типы. Также можно использовать, если вы не вода здесь, то можно использовать еще и семя огнецвета. У меня его нет, чтобы вам показать. Вы просто кладете семя огнецвета и поджигаете. Мы нашли свиток улучшения. Собственно, давайте посмотрим, сколько у нас их всего. У нас он один. В идеале, конечно же, загрейдить. Давайте до семерочки загрейдим наш посох. И мне рекомендовали в комментариях улучшить посох на, получается, на скорость атаки. Для боевого мага, как мне сказали, это будет неплохо. Давайте так и сделаем. Улучшим посох на скорость атаки. И, собственно, мы больше не планируем его грейдить, поэтому улучшим, посмотрим. Суккуб, который охраняет зелье левитации. Посмотрим в целом на уровень. Уровень достаточно большой.
Нам в любом случае нужно забрать факела, потому что у нас мы карту-то открыли, да, но мобы-то от этого никуда не денутся, поэтому наша задача будет. А, собственно, глаз проснулся. Глаз очень-очень много охраняет. Тут рассеивание чары, железный ключ, и сила, и холод, плюс еще сундук. Давайте подождем глаз. А глаз, получается, время на подготовку у глаза. Два хода. Соответственно, если вы заранее знаете то, что он будет два хода готовиться, вы можете его опередить. Исключение только если у вас стоит замедление. То есть у вас, скажем так, покалечили, то ваша общая скорость будет падать. Но опять же, также замедление работает, если вы используете оружие выше вашей силы. Что касаемо зелья силы, в принципе, его можно было бы выпить. Кстати, по поводу силы. У нас в данный момент 18 силы. Нам в идеале найти бы еще одно зелье алхимического огня. Давайте поедим, для того, чтобы наш рог дальше перезаряжался. Когда мы кушаем, у нас стоит талант на еду. И когда мы кушаем, у нас перезарядка 8 ходов идет палочек. То же самое относится к кошкам. Собственно, суккуб. А что могу сказать по суккубу? С суккубом в идеале не ловить от него лишний урон, потому что суккуб, он у вас может очаровать и будет, когда пробивать по вам, суккуб будет лечиться и у него будет расти щит. Я думаю, вам, как и мне, особо это не нужно. Злобоглаз проснулся, он, скорее всего, будет готовиться и стрелять, поэтому просто подождем его. Я надеюсь, он за нами пойдет. Да, как вы видите, он за нами пошел. Просто подождем. Учитывая то, что злобоглаз летающий, мы можем его смело поджечь. На суккуба по понятным причинам это не сработает, потому что мы стоим в воде. А вот на злобоглаз это вполне сработает. А у нас также стоит, получается, перк, если я вам покажу его. Магическое зрение, тем самым мы можем дополнительно видеть несколько ходов после того, как мы ударили своей палочкой, и это 10 ходов. Получили некоторые предметы. Видим суккуба, давайте его попробуем убить. Как вы помните, суккуба у нас, видите, очаровал. Но у нас стоит руна амфибии. Тем самым у нас преимущество в воде. Мы от него просто будем убегать. Пока у нас очарование, мы конкретно суккуба атаковать не сможем. Потому что он на нас наложил это очарование. Вот, собственно, у нас так называемый злобоглаз огненный. Давайте его. Учитывая то, что он летает, на него действует огонь, даже если мы стоим в воде. Поэтому для нас в этом вопросе без проблем мы его убиваем. Собственно, следующий уровень давайте прокачаем максимально крысической энергию. А нам в идеале также купить дополнительный анг. Ну, наверняка около 2000 будет стоить. Поэтому наша задача его приобрести. Почему? Потому что пока мы недалеко убежали от торговца, у нас была возможность. Присутствует могилка. Как правильно вообще открывать могилу, чтобы получать, ну, скажем так, меньшее количество призраков? Вот. Встаете, подпираете стену, то есть ваш персонаж должен стоять у стены, и желательно, чтобы вокруг вашего персонажа было как можно меньше места.
То есть, вот, например, вот это было бы идеальное место, если бы могила стояла бы над нами. И тут тоже неплохое место, но в целом количество призраков тут все равно будет достаточно большое, поэтому давайте открываем. Это латная броня скорости выпала. А как убивать призраков? Призраки, они имеют плюс-минус 1 хп, но они... У нас рок загрейдился. Призраки имеют 1 хп. И они очень сильно уклоняются. Чем выше уровень данжа, тем сильнее будут уклоняться призраки. Соответственно, вы, скорее всего, физоид пробить не сможете. Ну, шанс очень-очень маленький, если только бить их неожиданной атакой. А что такое неожиданная атака? Вот опять же, рок у нас загрейдился. Давайте положим еще несколько кусков еды для того, чтобы рок себя получше чувствовал. Ну и так просто нам, чтобы было. У нас, собственно, рок плюс 4. Давайте всю еду туда запихнем, чтобы он нам не мешался. А у нас осталось семечко, но семечко мы оставим для того, чтобы переделать его в зелье опыта. У нас, собственно, два сундука. Давайте посмотрим, это у нас артефакт и кольцо. Нам, в принципе, ни то, ни другое не нужно, но потому что у нас есть, в принципе, достаточно и артефактов, и колец. Вот. Ну, я бы, наверное, взял кольцо, потому что, ну, так просто, чисто, чтобы оно было. Кольцо с рубином. Давайте сбегаем за Анхом, пока мы недалеко убежали от текущего моба. Как вы видите, но по суккубу можно бить магией, когда даже он вас очаровал. То есть вас суккуб очаровывает, но вы все равно можете пробивать его магией, потому что пробитие магии на суккубы также работает, даже если он вас очаровал. Продали лишние, ненужные для нас кольца. Кольца оставляем. А что касаемо текущего кольца, непонятно, он не опознан, то мы его пока оставляем. Нам бы в идеале бафнуться еще на плюс. Давайте бафнемся на щит. У нас получается 210-215 хп. Давайте попробуем кольнуться чашей. Нам должно хватить урона. Урона 124. Нам, в принципе, хватило. Покупаем анх. У нас 17 из 20 бурдюк. Он как раз пока заполнится, мы добежим. И я думаю, для нас, в принципе, будет неплохо. Давайте поспим, для того, чтобы восстановить немножко себе хп. Торопиться качать чашу нет смысла, потому что чаша очень сильный предмет, и она вам очень сильно может урон в лицо дать. Это проецирующий... А, нет, это гигант, серьезно, я думал проецирующий... А суккуб-гигант, это, конечно, ужасно, потому что ну, нам придется... Суккуб-гигант, он много нам будет урона наносить, поэтому наша задача... Мне кажется, мы гиганта даже не сможем убить. А почему? Потому что... У нее стоит лечение. Из-за этого, я думаю, мы ее даже убить не сможем. По крайней мере, я так думаю. Нам бы в идеале ее как-нибудь обмануть и обойти, но я не думаю, что суккуб настолько глупый. Ну, давайте все-таки попробуем. По нам стреляет глаз. Давайте уйдем с его обзора. Тут очень много мобов стало. Дадим ему очарование, но очарование на, получается, он является чемпионом, поэтому очарование на него не работает. Давайте просто пробежим дальше. А следующий этаж у нас 22. Давайте прожмем карту для того, чтобы иметь представление, где находится, собственно,
рассадник демонов. Сразу сходу напали на рассадник демонов. Давайте его сразу же заберем. По возможности бить стоит магией. Мобы, которые уклоняются, такие как, например, монахи, очень сильно любят уклоняться. Стражи, очень сильный блок у них, их лучше всего бить магией. Собственно, монахи это у нас города дворфов, а стражи это у нас, получается, с тюрьмы локации. Собственно, демон-потрошитель пытается прыгнуть. Давайте его подождем, пока он прыгнет. Рог полон еды. Собственно, рассадник в теории должен сгореть. Давайте просто подождем его, пока он сгорит. Ну и заодно демона подождем, на нем подкачаем себе. Как вы видели, мы при ударе лечились. Это нам, получается, дает возможность чаша. Собственно, забрали зелье исцеления, которое выпадает с... выпадает с рассадника демонов. Собственно, нас зажал злобоглаз, но это, в принципе, не критично. Почему не критично? Потому что мы, в принципе, ожидали любого моба, наверное, кроме чемпионов. Поэтому для нас, в принципе, не критичен ни один из мобов. Поставим на себя защиту для того, чтобы злобоглаз по нам меньше бил. Мы, собственно, пробили. Вот, собственно, нарисовался сукуб. Это гнида еще та, которая... Хорошо, что он не чемпионовский. Нам в этом вопросе очень сильно повезло, потому что с чемпионовским сукубом драться такое себе удовольствие. Давайте посмотрим. Но нам желательно забрать факел в любом случае. Собственно, это у нас шлюз-ловушка, телепортирующая, собственно. У нас, если не ошибаюсь, вот эти вот рыбки с пьедесталом, соответственно, чтобы их пройти, нужно вам будет либо использовать цепь, либо использовать камни телепортации, либо просто всех усыпить. Например, с помощью свитка колыбельной. Вот. Давайте разбудим суккуба. В теории в него можно было бы выстрелить, я имею в виду огнем, но я думаю, для нас не критично это. Забираем факел. Давайте убедимся в том, что тут присутствуют пираньи. Как я говорил ранее, пираньи можно было бы убить, но мы, скорее всего, их не сможем убить. Хотя давайте попробуем. Огонь. Нам в спину, кстати, мобы зашли. Очень-очень много мобов. Давайте используем крысоморфоз и крысоморфируем, собственно, злобоглазов. И злобоглазы отсюда телепортировались. И они, собственно, вернулись обратно в свою изначальную форму. Как вы видите, урона очень мало по воде проходит. Ужасное положение. Почему? Потому что мы не готовы драться со злобоглазами в этой клетке. Потому что для нас они очень сильны будут, и они нам, скорее, сейчас лицо просто сломают. Поэтому наша задача отсюда как-то стечь. Либо дать ужас им, например. Как вариант, давайте дадим камень страха. Один из них убежал, но второй хочет с нами подраться. Давайте перекусим.
Как вы видите, злобоглаз все равно выстрелил. А мы в очень плохой позиции. Любой моб, который следом за ним, за злобоглазом зайдет, нас, скорее всего, убил бы. Мы зря ему отдали дверь, потому что если бы мы бы ему дверь не отдали, мы бы смогли у него выиграть. Мы перекусили для того, чтобы... собственно, используем крысоморфирование. Нам хватит же, я правильно понимаю? А, нет, 30 заряда нам не хватит на крысоморфирование. Это ужасно. Нам сейчас в лицо просто злобоглаз... Очень много урона нанесет. Собственно, для нас это, конечно, неудачная позиция. Давайте оденем ботинки. Ну, минус урон, по понятным причинам. Можно было бы использовать щит на себя, как вариант, для того, чтобы получить меньше урона. Но я что-то об этом не подумал. Чтобы использовать щит, вы просто кастуете на себя палочку. Собственно, осталось последнее пиранья. Давайте ее подождем для того, чтобы она... собственно, мы забрали мясо. А у нас нарисовался еще один суккуб. Давайте с суккубом поделимся. Как вы помните, у нас преимущество в воде. Соответственно, используем свое преимущество. Но у нас точность, конечно, оставляет желать лучшего. У нас еще тем более полиморфировали. Теперь мы в физическом бою не можем атаковать суккуба. Собственно, получили латную броню. Для нас она бесполезна. Потому что, ну, она максимум нам дала бы деньги. Получили еще один свиток ужаса. Собственно, видим, что злобоглаз по нам стрелять пытается. А локация, честно говоря, для злобоглаза не очень. Если не ошибаюсь, это проецирующий и гигантский суккуб. На самом деле это очень плохо. С гигантским суккубом мы сразиться, скорее всего, не сможем. Да, поэтому наша задача... забрать максимум и уйти отсюда. Потому что с гигантским суккубом у нас шансов драться не особо, его надо скидывать. Как вы видите, тут два гигантских суккуба. Нам бы в идеале суккубов, чтобы от них избавиться. Чтобы от них избавиться, нам нужно просто подтолкнуть их в пропасть. Это лучшее решение. Да, мы получим 50% опыт от их убийства, но все-таки для нас это будет лучшим решением. Для того, чтобы их подтолкнуть, они должны стоять рядом с пропастью, и мы должны удачно кинуть камень. Из-за того, что он гигант, у него дальность атаки плюс один, тем самым он нас может доставать даже на более, скажем так, далекой клетке. Я ищу в воду экстракт водянистости. Но экстракт водянистости, как вы видите, не дал нам того эффекта, который мы хотели бы получить. Поэтому... с суккубом драться мы не будем, потому что нам... он просто не нужен. Очень-очень-очень много урона, но... А если я правильно понимаю, суккуб нас пытается пробивать из-за этого. У нас присутствует руна амфибии. Получили некоторое количество золота. Больше в этой локации ничего не должно быть.
Поэтому мы просто уходим отсюда. Как вы видите, у нас количество здоровья очень сильно упало. Давайте ее восстановим. Также нам нужно перекинуть, собственно, рог изобилия на ботинке для того, чтобы отдать ему мясо. Ну, и покушать, собственно. Именно покушать, а не перекусить. Сугубо у нас подтолкнуть не получилось. В идеале для этих целей использовать палочку взрыва. Вот такая она называется, палочка ударной волны, если не ошибаюсь. Ее эффект позволяет скидывать в пропасть. Также этим эффектом обладают некоторые способности, такие как у гладиатора, у чемпиона, если я не ошибаюсь. Нет, не у чемпиона, у монаха. Способность такая тоже есть. Сбрасывать в пропасть ваших врагов. Очень полезная способность, кстати. Он единственный гладиатор, ее нужно прокачивать. Монаха. Собственно, давайте также посох как вариант зачаруем. У нас две попытки будет. У нас два камня зачарования. Давайте попробуем. Тьма. Огонь. Нет, нам дали вампиризм. Вампиризм — это, на мой взгляд, одно из самых лучших зачарований, которые вообще присутствуют в игре. Особенно если вы играете, собственно, без еды. У вас очень мало, как говорится, вообще, ну, шансов полечиться. Без еды, без зелья лечения, с фармакофобией. То вампиризм — это одно из самых лучших. Это проецирующий чемпион, мы его можем убить без проблем. Потому что он не особо сильный для нас будет. Единственная проблема в том, что он нам очень сильно царапает ХП. Что нам не есть гуд. А, собственно, что касаемо глаза, мы здесь с ним драться не сможем. Потому что для нас он неудачно стоит. Из-за этого нам придется его как-то раскручивать. Вот, собственно. Видите, нам сейчас будет очень-очень больно. Давайте заберем камень непробудного сна и просто усыпим этого гигантского чемпиона. Для того, чтобы он нам больше не отсвечивал. И, как вы понимаете, злобоглаз нас видит. Соответственно, нам нужно просто избежать по возможности урона немного в лицо. Не получилось. Давайте постоим, полечимся. Вы видите, злобоглаз нас видит. Но для нас, в принципе, это не критично. Но вот теперь это критично. Потому что если мы его сейчас не убьем, и то же самое и с этим. Если мы их сейчас не убьем, для нас все будет кончено. Но у нас есть зачарование, благодаря которому злобоглаз у нас не сможет выстрелить. Освети ман. Точнее, как сказать, выстрелить-то он сможет, если вы с линии пробить ее и не убежите. Как вы видели, он выстрелил без особых проблем. Мы нашли камень взрыва, тем самым мы могли бы сбросить гигантского... ужасная позиция. Мы могли бы в теории сжечь, но тогда мы потеряем семи огни цвета. Ну, давайте просто убежим от него.
Давайте используем огонь по максимуму. А свиток возмездия один из самых сильных свитков. Он работает, чем меньше у вас здоровья, тем он будет сильнее. Также нужно, чем большое количество врагов цепануть. Он работает в связке с ментальным зрением. То есть вы ХП, например, у вас минимальное. Вы выпиваете зелье ментального зрения. И, собственно, по площади весь урон пробиваете вашим, собственно, врагам. И они будут удивлены количеством урона, который вы можете произнести. Собственно, злобоглаз. Давайте с ним тоже подеремся. Для того, чтобы он не думал, что он самый крутой. Важно в злобоглаза просто уйти с линии его удара. Если вы сможете это сделать... Какая грязь. Нам ужасно не повезло. Это вдохновленный чемпион. Его можно убить без проблем, но проблема вдохновленных чемпионов в том, что он нам сейчас в лицо этот весь урон нанесет. Давайте используем на себя очарование. С ним нельзя здесь драться. Почему? Потому что очень плохая позиция у нас. Да, как вы видите, он нам в лицо еще в спину дал. Мы перекусили. Тут, кстати, тоже не лучшая позиция. Почему? Потому что злобоглаз будет простреливать. Поэтому для нас его, по идее, лучшим решением будет его перетащить. Да, видите, мы лишний урон получаем. Его нужно поджечь. Потому что он летающий, тем самым на него будет работать в любом случае урон. Собственно, два уровня. В принципе, я рекомендую обязательно красоморфирование делать. Что касаемо адреналина, на мой взгляд, адреналин бесполезен. Что касаемо крысы сопротивления, то есть, в принципе, оно неплохо, если вы один раз крысоморфирование нажимаете. Если вы нажимаете дважды крысоморфирование, то тогда оно более профитно. Но ребята в последнее время используют крысы подкрепления. Когда вам появляется большое количество крыс, и враги просто переагриваются на текущих крыс. На самом деле интересная способность. Я от нее никогда не играл, поэтому сложно сказать. У нас присутствует ключ, давайте откроем дверь. Это страж. Что касаемо стражей, боевой молот холода, ну... По сути говоря, он не самый для нас тяжелый. Мы его просто сейчас будем раскачивать. Дадим ему огонь и просто сейчас пойдем. Как вы видите, мы неудачно пришли, потому что сейчас к нам... Нас, как вы видите, зажали. Давайте подождем. Собственно, друг друга поубивали. Наносим один удар, наносим очарование и уходим с линии удара. Заходим в спину. Даем ей тоже очарование. Чтобы она нас не пыталась очаровывать. Как вы видите, нас суккубы просто зажали. Подождем суккубов. Для того, чтобы они получали тикающий урон.
Боевой молот холода. Давайте поедим несколько раз для того, чтобы просто наш персонаж не голодал. Нам в идеале, мы в принципе исследовали весь этаж. Я думаю, ну тут единственная неоткрытая область, но я уверен, что там ничего нету. Вот, поэтому давайте двигаться в сторону уже. Вот как вы видите, на нас злобоглаз опять напал. Давайте подождем его. Раз, два. Раз. А как вы видите, на нас опять сюжет нападает. Сукуп сгорел. Урок у нас пополнился. Давайте перекусим. Ужасно, конечно, пытаться, но все-таки выбирать особо не приходится. Собственно, я думаю, на этом пока все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока.